Дубна и живописные окрестности Наукограда стали центром притяжения сотен юношей и девушек со всей страны. Уже не первый год во время каникул студенты проводят 2 недели на базе Объединенного института ядерных исследований в бывшем пионерском лагере «Волга». Палаточный городок у реки, чистейший воздух соснового бора, вкусная еда, приготовленная на костре, песни под гитару. Сейчас со всей мочи забой с тоски, никто не услышит, ой-ой-ой. Но не только за романтикой устремляются сюда ребята, приезжают они за знаниями. Ведь летняя школа русского репортера объединяет молодых людей, у которых, как сейчас принято говорить, есть мотивация, большое желание повышать свой образовательный уровень. Причем в самых разных направлениях – философия, психология, экология и география, архитектура и дизайн, журналистика и документальное кино, и, конечно же, физика. Объединенный институт радушно встречает студентов и обучает в мастерской под названием «105-й элемент». Здесь царила непринужденная атмосфера. Каждый вечер студенты слушали в лагере так называемые «золотые лекции». Увлеченные разговором, они зачастую засиживались допоздна. Ведь это были встречи заинтересованных сторон. Поэтому стирались границы, общение с учеными шло на равных. Из первых уст участники школы русского репортера получали информацию о больших проектах, таких как, например, коллайдерный комплекс «Ника» в лаборатории физики высоких энергий. Реализация этого мегапроекта должна привлечь будущих молодых ученых и специалистов в Дубну. В этом году решил все-таки поехать, посмотреть на людей, и, соответственно, потому что институт-то легендарный, посмотреть на ускорители и так далее, то есть это основной интерес был. Все эти экскурсии, это дико интересно, походить по синхрозатрону. У меня вообще была изначально цель познакомиться с работой в целом, чтобы, может, как-то потом выбрать свою будущую специальность, которую еще на самом деле не выбрал. А в институте мне больше всего понравилась, наверное, экскурсия на нуклотрон и там, где был корпус от синхрофазотрона, на самую эту площадку физики высоких энергий. Участниками мастерской «105-й элемент» 2014 года стали 25 студентов, естественно-научных и инженерных специальностей. Техническая специальность являлась приоритетным, но не необходимым требованием. Главное – знание в области физики и увлеченность наукой. Зачисление в мастерскую осуществлялось по результатам выполнения ряда заданий. Приветствовался опыт исследовательской работы. Каждый день студенты приезжали в Объединенный институт ядерных исследований, где проводили много времени, знакомились с современными экспериментальными установками и приборами. Летняя школа включала в себя не только лекции, но и практические работы. В школу попала замечательным образом. У меня есть много друзей, которые здесь уже были, которые мне очень рекомендовали эту школу, сказали, что очень интересно, очень классная атмосфера, очень интересные люди. Соответственно, я задался целью сюда попасть, а потом уже стал просматривать мастерские, какие будут мне более интересны. И вот физика для меня была наиболее интересной. Это немножко не по моему профилю, но мне всегда интересовала физика, и поэтому я решил поехать. А занимаемся мы здесь тем, что получаем экспериментальные данные по детекторам, фотодетекторам. И здесь у нас находится пока стенд для тестирования фотодетекторов. Эти фотодетекторы мы используем широко и везде для многих различных экспериментов. Например, для эксперимента «Компас» в ЦЕРНе, для считывания электромагнитных калориметров. Также сейчас мы работаем для эксперимента «Нова» в Америке, который проходит, для эксперимента «Джуно» в Китае, исследуем большие ФЭУ, которые вы тоже тут сфотографировали и засняли. Также для нашего домашнего эксперимента «Ника» мы разрабатываем электромагнитный калориметр, и в том числе и адронный калориметр, и также для эксперимента BMTN везде требуются вот эти фотодетекторы. Мастерская физики «105-й элемент» знакомила участников с современной проблематикой фундаментальных и прикладных исследований в области ядерной физики, физики высоких энергий, физики конденсированного состояния вещества. Современные IT-технологии физики. Для понимания масштаба этого направления в УИЯИ была экскурсия в Центральный информационно-вычислительный комплекс. Современные направления исследований в ядерной физике ребята изучали на ускорительном комплексе в лаборатории ядерных реакций.
В лаборатории нейтронной физики практика была посвящена исследованиям кристаллов с помощью нейтронной дифракции. Лекция «Физика нейтрино. История и нерешенные проблемы» прошла в лаборатории ядерных проблем. На реактор было интересно посмотреть исследовательский. Так, лекции преподаватели, насколько я понял, делают добровольно. Ну, интересные некоторые вводные. По нейтрино была это очень отличная лекция. У нас недавно была практика на реакторе. Мы облучали образец из морской соли. И это была работа по нейтронной дифракции, чтобы узнавать, можно сказать, какую структуру вещества. Я не очень сильно в этом разбираюсь, возможно, я о чем-то сейчас ошиблась. ОМУСУ и ЯИ, объединение молодых ученых и специалистов, включилось в работу школы русского репортера. А в этом году мы очень активно подключились к школе русского репортера. ОМУС предоставил научно-популярные лекции молодых ученых и специалистов для разных мастерских. Особенно активно мы принимали участие в мастерской научной журналистики. Также мы принимали участие в работе 105-го элемента мастерской физики, которая появилась всего 2 года назад в школе русского репортера. Был проведен круглый стол по налаживанию контактов, так как приехали студенты из МГУ и многих других университетов России, чтобы показать им, что здесь действительно работают молодые специалисты и ученые, которым нравится, которые ведут передовые исследования в рамках института. От условий, созданных в загородном лагере, во многом зависел успех летней школы. И хотя студенты здесь на самообслуживании, Объединенный институт ядерных исследований сделал все от него зависящее, чтобы пребывание участников летней школы было более комфортным. Прошло совещание с главного инженера ОИЯИ с руководством школы «Русский репортер». Прошло оно по... Это было техническое совещание по задачам, которым были выполнены службами до начала школы. Была как раз оснащена пожарная безопасность новыми установками, что позволило очень успешно справиться с той огнеопасной ситуацией, которая возникла у ребят за два дня до окончания мастерской. Был потушен пожар недалеко от школы, который, вы знаете, у нас сейчас в области и в Тверской области очень пожароопасная ситуация. И они успешно справились с задачей, что как раз и отразилось, и показало успешную работу служб до начала школы. Богатым на события был каждый день. Но главные организаторы постарались создать у участников мастерской 105-й элемент реальное представление о характере работы в сфере профессиональной научной деятельности. Объединенный институт ядерных исследований большое внимание уделяет образовательной программе. И в эту программу отлично вписалась школа русского репортера с физическим направлением –